Здравствуйте. 24 декабря, 26 лунный день, созди Санчера с элементом воды. День для новорожденных, благоприятен на восток. Размышления, медитации, обращаться к учителям, наставникам, обучению высшим и точным знаниям, ритуалы призывания долгой жизни, благосостояния долга, проявление щедрости, подношения, стать меценатом, работы с железом, борьбы с зависимыми болезнями, устранение негативных проявлений. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен стремлением к высоким целям, мудрым, нравственным, будет иметь желание помочь всем живым существам. День неблагоприятен для отправления в дальнюю дорогу, продажи скота, переправляться через реки, ловить рыбу, сотовстве, подписание контрактов, стрижка волос стабильному счастью. Благоприятен для людей, родившихся год, обезьяны, мыши, неблагоприятен годам, коровы, овцы, собаки. На верхнем березке один курдуане, баим нам срэ, и важен дуане, човане сунды. Будьте щедрыми.